Привет, друзья! Привет! Ирина Авдеева, Борис Баренко и школа танцев Лесоборья. Сегодня мы с вами разберем такое движение, как инсайд-поворот. Выглядит это следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Партнер ведет партнершу за собой на счет раз. На счет два поднимает свою руку и делает небольшой преп, то есть подготовку к повороту. Этим самым партнер дает партнерше понять, что он ее будет сейчас вращать, что это будет не просто банальное движение, а что-то более интересное. После этого он легким движением закручивает ее внутрь пары и, собственно, заканчивает поворот. Целиком. Раз, преп, два, поворот, три и четыре, пять и шесть. Партнерша двигается за партнером на счет раз. На счет два, когда он ей делает преп, я продолжаю двигаться вперед, собирая рамочку. Три и четыре сам поворот. И на пять и шесть я ухожу в натяжение. Нюансы взаимодействия. Партнеры, мы ведем партнершу на раз за собой, после чего отходим с ее дороги на два в сторону и одновременно с этим поднимаем руку. Я начинаю разворачивать руку так, чтобы мои пальчики смотрели вниз, чтобы партнерша смогла поворачиваться комфортно. Когда партнер поднимает руку наверх, опуская свои пальцы вниз, я держу крючок, не сжимая пальцы. Все движение целиком. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Степ, степ, три, степ, три, полстеп. Это движение можно делать с двух сторон от партнера. Классический вариант, который мы сейчас разбирали, он идет слева от партнера, но его точно так же можно станцевать и справа. В этом случае партнер будет сдвигаться в другую сторону, но преп, второй счет, останется ровно таким же. Три, четыре, пять и шесть. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И степ. Степ, три, четыре, пять и шесть. Партнерши, важно, чтобы когда у вас рука поднималась наверх, ваш локоточек смотрел вниз, чтобы случайно не выбить зубы партнеру. Плохой вариант. Раз, два, четыре, пять и шесть. Правильный вариант. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И улыбка партнера останется столь же белоснежной. На этом все. Приходите в Лесоборье.